Мы продолжаем репортажи о городах-героях и городах воинской славы в рамках специального проекта Первого канала к юбилею Великой Победы. Сегодня история Коврова. Название этого города не было во фронтовых сводках, но именно здесь ковалось оружие Победы. В Коврове было создано знаменитое противотанковое ружье, и наши солдаты смогли остановить танковые армады врага уже под Москвой. Более миллиона автоматов, пулеметов, авиационных пушек и другое вооружение. Таков был вклад Коврова в разгром фашизма. Дегтяревские пулеметы, вот, и другое оружие погружали прямо на машины, и машины отсюда, с этой площади, уходили на фронт. На этом месте в годы войны была центральная проходная завода номер 2. Так в официальных документах называлось важнейшее оружейное предприятие страны. Осенью 41-го фашистские войска уже стояли под Москвой. И отсюда, из прифронтового Коврова, каждый день прямо на передовую доставляли сотни ящиков с автоматами, пулеметами и противотанковыми ружьями. Передавали станки, не выключая, на ходу. Новая смена приходит и тут же встает, начинает продолжать работать. Город, в котором первый пулеметный завод построили незадолго до революции 17-го года, к началу Великой Отечественной превратился в настоящую оружейную кузницу. Конструктор Георгий Шпагин, Василий Дегтярев здесь создает лучшее стрелковое оружие того времени. Знаменитый ППШ, ручной пулемет РПД, созданный еще в 30-е годы, он с незначительными доработками выпускался всю войну, и новейшее противотанковое ружье Дегтярева. Его в Ковровском КБ разработали в максимально сжатые сроки. Спустя 22 дня после получения технического задания первые образцы оружия уже прошли все испытания. Бойца Красной Армии было что? Или то, что называлось коктейлем Молотова бутылка, или противотанковая граната, которая, ну, самый мощный. Парень мог бросить метров на 20, фактически с голыми руками. Поэтому в срочном порядке было дано задание разработать противотанковое оружие. В июле получили задание, в августе было принято на вооружение. В разгар битвы за Москву, когда танковые колонны противника прорывались к столице, стало понятно. Против нового оружия самая крепкая немецкая броня бессильна. Теперь пехотинцы с расстояния в несколько сотен метров могли подбивать вражеские танки. Первые 300 стволов с завода отправляют в 16-ю армию Рокоссовского, защищавшую Волоколамское направление. Вскоре вся страна узнала о подвиге панфиловцев. Вооруженные, в том числе противотанковыми ружьями, они несколько часов сдерживали наступление войск противника и уничтожили 18 фашистских танков. А эти кадры, как вспоминают ветераны на заводе, смотрели с особой гордостью. Во время легендарного парада в Москве в руках бойцов, отправляющихся прямо с Красной площади на фронт, оружие, сделанное у них в Коврове. В боях под Котельниково, где вот мне пришлось своим взводом отражать танковую атаку противника, я лично вел огонь. Конечно, маневренно ее можно вот как угодно, в любой местности, в любую погоду. Никакой транспорт не требуется, а по своей пробиваемости и возможностям на то время это было сильнейшим средством. На оборонных предприятиях города тем временем работает все трудоспособное население. Когда на передовую призвали мужчин, на заводах оставили только инженеров и самых опытных рабочих. За станки встали женщины и дети. Из 65 тысяч жителей на военных заводах трудится около 40 тысяч. Самым молодым оружейникам, работающим наравне со взрослыми, не исполнилось еще и 14 лет. Конвейеры не останавливают ни на минуту. После изнурительных 12-часовых смен спят тут же, у станков. Самый напряженный, да, конечно, это 41-й и 42-й, когда многие заводы вынуждены были эвакуироваться. Тула, Ленинград, Москва, Подмосковье. А наш завод работал все военные годы. Завод не имеет права ни на один час приостанавливать отгрузку продукции для фронта. Ковровское КБ работает в круглосуточном режиме. Конструкторы доводят до совершенства новейшие образцы пулеметов, противотанковых ружей, авиационных пушек. Кроме того, силами нескольких военных заводов в городе строят бронепоезд «Ковровский большевик». В декабре 41-го его отправляют на фронт. А через год оружейники получают первую награду в Великой Отечественной. После победы в битве за Москву завод номер 2 награждают орденом Трудового Красного Знамени. Энтузиазм был огромный. По существу наше оружие главенствующую роль играло в защите Москвы. Вот. И мы это видели, чувствовали. Потом будет оборона Сталинграда, битва на Курской дуге, еще сотни сражений, после которых ППШ и противотанковое ружье Дегтярева вместе с легендарными «Катюшами» и Т-34 по праву назовут оружием Победы. Всего за годы войны в Коврове выпустили более 1 200 000 единиц стрелкового оружия. В истории маленького города Великая Отечественная стала и самой славной, и в то же время самой скорбной страницей. Из 20 тысяч ковровцев, ушедших на фронт, более 8 тысяч погибли на полях сражений. Память о подвиге фронтовиков и тех, для кого перед
передовая была у конвейеров и в конструкторских бюро, Ковров получил высокое звание города воинской славы.